На пятом ряду, четвертом месте у нас актрисы театра «Кукол» культурно-досугового центра имени Константина Сергеевича Станиславского Нелли Шуликова и Екатерина Шаповалова. Правильно? Правильно. Здравствуйте. 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 А, ну, это же обязывает, да, имени Станиславского. Понимаете? Конечно. Это же это конечно. Не просто так все. Да? Как вы вообще решили пойти именно в театр «Кукол» в свое время? Почему выбрали «Кукол»? Ну, мы изначально, ну, например, я изначально всегда хотела быть актрисой, а когда я столкнулась, естественно, я пробовалась и на драму, и потом я пробовалась в театр кукол, да, и когда я столкнулась с этим удивительным миром, я поняла, что никакая драма мне не нужна, потому что здесь, в этом театре, можно воплотить все, что угодно, от танца до драматических каких-то своих ролей и амбиций, и, естественно, куколки, которые оживают, это не может не восхищать просто. У меня похожая история, потому что мы учились у одних и тех же мастеров. Я также пробовалась на драму и потом поступила на куклу. На куклу я занимаюсь с 8 лет. И тоже замечательно, обожаю свою профессию, обожаю своих кукол, своих персонажей. В общем, и своего замечательного коллегу Нелли. Да. Мне кажется, вопрос про любимых кукол, вот он очевиден, сидит у нас на столе, да? Да. Представьте, пожалуйста, кто это? Это дедушка из сказки «Лисичка со скалочкой». Ага. Да, у меня вот лисичка, вот которая. А как это раз та самая лисичка, да? Да, та самая хитрюшка, лисичка, которая плутовка, всех обманывает, но при этом она безумно очаровательная. Вот она как раз у меня актриса еще та, потому что каждому персонажу, к которому она приходит, она находит свой подход и знает, как его обмануть и обольстить. Вот, например, как раз деда, да. Она, можно сказать, обольщает. Дедочка, старичка. Да, еще у нас есть собачка. Да, из этого же спектакля. Это у нас такая совесть здесь, можно сказать. Дружок. Да, он помогает. Какая прелесть. А сколько спектаклей вообще у вас? У нас сейчас 19 спектаклей, к премьере готовится уже 20-й спектакль. Когда премьера? До Нового года, примерно октябрь-ноябрь. Не расскажете, что это будет? Это будет «Серая шейка». Да. Обожала эту сказку в детстве. Так плакала, так. Вы разговариваете с куклами? Конечно, разговариваем. Да? Вот, например, у нас есть кукла. Работа это... у нас такая, да? Нет, бывает. Не рабочее время. Вот просто, да. Конечно. Ну, вы знаете, бывает иногда, что дубли стоят, да, актеров на одну куклу. И чаще всего, если ты вводишься в спектакль и не изначально работаешь с куклой, то приходится с куклой разговаривать и говорить, а ты возьмешь меня, ты будешь со мной работать, тебе нравится. Не всегда кукла поддается сразу, поэтому ее нужно еще уговорить. А что значит не поддается? Ну, она не работает так, как бы хотелось, не всегда образ ложится сразу, или она капризничает, она вот не хочет ходить, как мне хочется, актрисе, да, я ее вроде веду, а она вот то спотыкается, то вот, ну, не работает, так скажем, очень капризными бывают, а бывают очень такие спокойные куколки. Они как настоящие артисты, их тоже нужно подготовить к спектаклю, расчесать, конечно, где-то протереть, где-то подшить бывает. И характер у каждой наверняка есть, да? У каждой характер. А бывает, мы работаем в дубле, и вот, допустим, мы и с лисичкой, и с собачкой, и с дедом вместе на дубле стоим, и тоже свой подход у каждого артиста. И они по-другому работают, и по-другому у них настроение в этот день, когда другой артист их берет. Какие-то у вас приметы, может быть, или традиции перед тем, как вы начинаете спектакль, бывают? Нельзя ругаться, нельзя думать о плохом. Да, нужно думать всегда о том, что зритель не знает, что произошло у тебя, так же, как у вас за эфиром, что произошло у нас за сценой, как, в каком настроении мы пришли, что у нас произошло дома. Да, мы смеемся постоянно. Еще. Да, у нас вообще все как в жизни. И мы стараемся, мы точно так же делаем, да. Мы тоже стараемся быть всегда на позитиве, это, наверное, наш девиз у нашего театра. Светло и позитивно. Поскольку вы любите свою работу, это видно сразу, да, куклы снятся, наверное. Бывает, когда в процессе премьеры, когда премьеру мы ждем и работаем около месяца над спектаклем, бывает, что даже иногда спать-то не можем, потому что думаем, а здесь я вот так сделаю, а здесь вот так вот сделаю, а здесь вот так сделаю. Когда берешь куклу, ты начинаешь с ней работать, ищешь, что она может сделать, как она ходит, как она садится, как она плачет, как она смеется, какой у нее голос. И ищешь, не сразу попадаешь в голос, бывает... Голосов 50 только пройдет через куклу, да, пока не попадет, мультиков пересмотреть. Да, не попадет в образ, чтобы режиссер сказал, все, вот точно это говорит да, кукла. Да. Не только мультиков, мы смотрим и фильмы. И фильмы.
и смотрим, и по музеям ходим, и картины. То есть все, что может дать хорошее такое творчество, толчок. Да, толчок, мы смотрим. Вот чтобы, например, дедушку сделать, мне пришлось посмотреть очень много старых сказок и фильмов, где и Гарин, и Грибов, и Новиков играли, чтобы сделать трансформацию голоса, трансформацию пластики. Вот такую метаморфозу, чтобы оттуда, от одного чуть-чуть взяла, от другого чуть-чуть взяла. Здесь голос взяла, здесь я ухмылку, здесь, допустим, какой-то дефект речи. И потом только вот в этот образ все. В общем, все как у драматических актеров, только ты через себя еще в куклу. Да. Ну да, да. Вы создаете чтобы... образ, а кто создает кукол? А кукол создает у нас замечательная фея Татьяна. Да, она наша. Это наш все ее произведения. Сколько их у вас в театре? Честно говоря, мы подсчет не вели. Потому очень что... много. Очень но для много. Каждого спектакля, предположим, для последнего спектакля премьерного у нас было 16 кукол. На один спектакль. На да. один. А у вас их сейчас будет скоро бывает... 20 уже, да? Да, бывают же дублеры куклы. Но также куколка, это же не значит, что вот лисичка, вы ее видите. Бывает же куколка очень маленькая. У нас есть птички, бабочки, червячки. Это же тоже но куклы. Это же все равно кукла, они конечно. Тоже да, с характером. Да. Причем они могут выбежать на секундочку просто. Это такой гэг. Ну, то есть такая да. вот... Ну, понимаете, да, да что да. я говорю? Вот, то есть это такая маленькая такой гэг, который бегает. Но он тоже создается, он очень долго делается, вот нашим бутафором. И тоже художник рисует, продумывает, чтобы он вписался в спектакль. А Татьяна наша, она всегда говорит, чем меньше кукла, тем дольше над ней да, работаешь. Вот 30 секунд кукла работает, она может ее 2-3 дня делать. Но это стоит того. Мы сами тоже любим делать каких-то кукол, ну, там, для себя, вот. И поэтому мы знаем, какой это большой труд и сколько в это вкладываешь, когда работаешь над этим. Какое настроение вкладываешь в куклу? Потому что если настроя нет, и бутафор делает куклу, все. Кукла, она может кривая, косая, и 35 раз может переделываться. Иногда Татьяна бывает вот... Не идет кукла, она ее оставляет, делает других. Потом к ну, снова возвращается к кукле. Бывает, что до 3-4 кукол делает одного персонажа, пока не добьется нужного. Да, да. Бывает очень такое. Часто переделывать приходится. А вы на спектакле на одной кукле работаете? Или у вас несколько бывает? По-разному. Рук хватает? Да, рук, да, да. Сейчас со Сталочкой мы работаем вдвоем. Да. Мы с Золушкой работаем вдвоем. Снеговики работают вдвоем. Да, у нас бывает, что мы работаем за одного персонажа, а бывает, что у нас по 3-4 персонажа у каждого. За спектакль, даже бывает, а в сцене мы бывает 2-3 да, персонажа. 2-3 персонажа одновременно. И вы голоса меняете. Ничего себе. Да, вот такая амплитуда идет. Причем это как раз очень интересная работа. Это для нас, как для актеров-кукольников, это потрясающая работа. Этого мы всегда очень ждем. Потому что когда один образ, конечно, он прорабатывает, мы над ним очень долго трудимся, но когда есть вот такая, и вот это как раз говорит об актерской нашей профессии и о нашем... Слушайте, а как вот не запутаться? Ну, так репетиции. А бывало такое? Репетиции. Бывало, что, например, дедом я заговорила другим голосом бабки. Я там детка, бабка, Маша, собачка, курочка, гусочка. Кто-то мне еще. Еще одна гусочка. Скалочка. Это вот все мои персонажи в лисичке со скалочкой. И когда одновременно, то есть я дедом ухожу, бабкой выхожу, и один раз сказала дедам. Сами раскололись. Это было очень смешно. Ну давайте после рекламы вы нам что-нибудь покажете, хорошо? Хорошо. Напомню, что у нас в гостях актриса театра «Кукол» культурно-досугового центра имени Станиславского Нелли Шулякова и Екатерина Шаповалова. Обещали нам что-то изобразить, да? А, изобразить. Какой-то так, да. Дедушка, сценку. Тут лиса, пошли в ход. Из какого спектакля это будет? Это спектакль «Лисичка со скалочкой» по русской да. народной сказке. Сцена, когда лисичка приходит к дедушке. К дедушке. Хорошо, все, слушаем. Ох, как я устала! Заблудилась я в лесу, лапки истоптала. Кто тут лапки истоптал? Ой, здравствуй, старичок-добрячок. Ой, какой богатый воротник-то ко мне пожаловал, а? Какой богатый, голодный воротник с больной курочкой. Нашла я ее бедную по деревцу в лесу. Ну, вот! К себе в домик несу. Лечить буду. Не дай нам с голоду помереть, добрый старичок. Мы поклюем чего-нибудь малость. Ночку переспим. А завтра и в путь отправимся. Так это... У меня места-то для гостей нет. Так а ты не переживай. Да. Ты не переживай. Мне места-то много не надо. Сама я лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а... Курочку. Что? Так курочку ты. Да,
сарайчик отнеси. Да пусть она отдохнет. Ну что ж с вами делать? Ага. Входите. Ага, спасибо. Пойдем. Ну, вот так. Вот где еще вы сможете увидеть кукольный спектакль вместе с актерами, не за ширмой? Вы слышите, да. Только у нас в группе ВКонтакте, совсем скоро. Но мы на самом деле не всегда за ширмой. А, да? Как раз вот эти планшетки мы в живом плане, да, в костюмах. В гриме. И вот мы изображаем. К сожалению, сейчас ширмовых спектаклей не так много, потому что очень тяжело сейчас с актерами, которые... профессионально водят верховых кукол. Да, это на самом деле отдельный такой вот... Это самая сложная кукла. Самая сложная кукла, да. И вот не каждый актер еще умеет. А в каких вы костюмах тогда в такие... Стилизованных к спектаклю. Ну, в данный момент... Здесь мы просто народных. Такие, в этом спектакле. Ну, естественно, чтобы они не сливались с куклами, с декорациями. То есть, чтобы мы были частью спектакля. А вы после спектакля выходите из-за ширмы? Из-за ширмы, конечно, на поклон. Обязательно выходим, да. Бывает ширмовой спектакль, и впереди тоже живой план, когда актеров видно. Да, то есть уходим, играем, здесь, потом уходим. Да. Mm-hmm. Планшетный спектакль — это когда актеров видно всегда. Марионетки тоже бывают разные. Когда актеров видно, когда актеров не видно, если на пандусе работают. Пандус — это верхотура такая, как леса. Это от задумки зависит, то есть как. Бывают напольные куклы, бывают перчаточные куклы, какие еще бывают, теневые куклы бывают. Бывает, бывает все вместе в одном спектакле. Около 15 систем, если их разбивать по градации, около 15 систем в театре кукол. У вас это все есть? Нет, не все. Систем 8-9 у нас есть. Они стилизованы у нас. У нас чистых марионеток, например, нет, они штоковые. Если вам об этом что-то говорить. А как дети реагируют, когда вы выходите на поклон? В конце спектакля. Ну, они нас фактически всегда видят. У нас есть просто спектакли, например, интерактивные, где мы с ребятами сразу здесь общаемся. Вот так же я могу общаться как актриса сама, я как ведущая, да, так же, как и лисичка. Она может обращаться, что-то спрашивать у детей. То есть они нормально нас, они... Есть просто чисто ширмовые спектакли, где мы не выходим, только на поклон вышли, поклонились. Но ребята, конечно, знают, что... С куклами выходим, чтобы они видели, какой персонаж кого играет. Иногда без кукол. Но в основном с куклами всегда артисты выходят. Ну, да. Разные бывают. Некоторые верят, что это настоящие. Да, куклы. они так живые. Верят. Они и так верят. Даже если мы выходим с ними, они все равно думают, мы же ими двигаем. Они все равно не до конца понимают, что это вот, что это не живое какое-то состояние. Да? Магия хотя должна остаться для детей. Ну, конечно, обязательно конечно. Магия. Потому... А вы в жизни пользовались своим мастерством? Ну, не знаю, там, чтобы там ребенка там успокоить. Ну, конечно. Своих детей. Весь репертуар дома, да? Своих детей и все песни из всех спектаклей. И все сцены разыгрываются, и все показывается, и что-то шьется мелкое, дубль какой-нибудь мелкий обязательно. Да, потому что если нравится, то приходится повторять. Наши дочери избалованы, у нас дочки. Наши дочери избалованы, они с нами с 2,5 лет. Они с нами в театре, поэтому они все знают. И за ширмой, и под ширмой, да? За ширмой, под ширмой тут же спят. Да, они выросли у нас в театре, поэтому никак. Сейчас, я так понимаю, был отпуск, да? Да, был отпуск, очень хороший. Сейчас сезон начался, 8-й. Уже начался? Как, уже? 4 числа мы начали 8-й театральный сезон. Да. Приглашайте. Обязательно. Приходите. Сюда к нам приходите. Какой спектакль ближайший. На очереди? Да, в ближайшее время. «Серебряное копытце». Ой, какая прелесть. Да. 8 числа в 11 часов. Да. Здорово. Спасибо вам большое за атмосферу, за сказку. Вот за, замечательно. Да. Вот, но это еще не все. Обивка в стиле, можно сказать, вашего театра. Да? Еще одну сказочку коротенькую, веселенькую. Историю из жизни, да, просим вас. Ну, веселенькая у нас был один спектакль замечательный, и мы главного героя просто забыли за кулисами, и поскольку мы находились все на сцене, мы не могли убежать за этой куколкой. И актриса, вот Катя как раз, она должна была взять эту куклу и играть ею. И я понимаю, что она сейчас идет за ним, а его просто нет, это был полицейский, и без него никак в этом спектакле. И я ей просто шепотом говорю, его нет, понимаешь, его просто нет. Говоришь. На что она поворачивается в процессе того, как там стихи идут, прямо стихотворная форма, она поворачивается мне и говорит, я сама все сыграю. Поворачиваясь обратно к зрителям, мой мозг начинает долго думать, как же я это сама-то сыграю, я же вроде как это самое. И в общем она просто без куклы сделала все то же самое. Но мы очень долго соображали, потому что
думали, как подождите, так получилось? Как можно было без куклы сыграть? Ну, может, сама стала куклой. В живом плане, нет, я куклы не стала, я как бы в живом плане сыграла. Ну, потому что бывают такие вот казусы на сцене, ну, да, а забыли. Зритель не должен знать. Как будто так и надо все. Да, мы просто к ней обращались, как раз, персонажи. Раз, голос все. Другой, да, все, вот, кепочка ух. Пониже. Класс. Все. Вот что значит настоящие профессионалы. Надо сразу ориентироваться, в секунды. Да. Там даже 2-3 секунды надо просто ориентироваться моментально. Актриса театра «Кукол» культурно-досугового центра имени Константина Сергеевича Станиславского, Нелли Шурякова и Екатерина Шаповалова были у нас в гостях. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Спасибо, да.